собака погрызла паспорт, причем сильно испортила именно обложку. Подскажите, пожалуйста, теперь документ считается действительным или нет? Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 97 года номер 828 об утверждении положения о паспорте гражданина Российской Федерации, паспорт гражданина Российской Федерации является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации. Значит, гражданин, согласно данного положения, обязан бережно хранить свой паспорт. Согласно данного же положения, бланк паспорта состоит из обложки, приклеенных форзацев страниц и 20 страниц паспорта. При приведении в негодность паспорта гражданина Российской Федерации в силу нанесения каких-либо повреждений, либо иных причин, гражданин обязан заменить данный паспорт по непригодности. Для замены паспорта по непригодности можно обратиться как непосредственно наше структурное подразделение, расположенное на переулке Крупская, 2, так может обратиться гражданин в МФЦ, либо через портал государственных услуг. Расписание приема сотрудников нашего отдела. Первая, третья суббота каждого месяца рабочая. Осуществляется прием с 9 до 12. Понедельник после рабочей субботы у нас выходной. Остальные понедельники, которые после нерабочей субботы, осуществляется прием с 9 до 12. Затем осуществляется прием в среду с 9 до 12. В четверг с 17.00 до 20.00. Пятница с 9.00 до 12.00.